Пророссийские ополченцы в Славянске освободили одного из задержанных ранее военных наблюдателей ОБСЕ. Как сообщили представители народной самообороны, гражданин Швеции, страдающий диабетом, был отпущен по состоянию здоровья. Ранее в воскресенье европейцы дали в Славянске пресс-конференцию. Присутствие ополченцев и народного мэра Вячеслава Пономарева, который обвиняет их в шпионаже, эксперты заверили журналистов, что находятся не в плену, а под охраной местного градоначальника и считаются его гостями. Нас не трогали, к нам относятся максимально корректно, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Мы не знаем, когда нас отправят домой и когда мы сможем увидеть наши семьи. Ранее сообщалось, что в Славянск выехала группа переговорщиков от ОБСЕ. Ранее Пономарев выражал готовность обсудить с организацией вопрос об обмене военных экспертов на сторонников федерализации, задержанных украинскими властями по обвинению в сепаратизме. На тех же условиях ополченцы могут выпустить из захваченных накануне в Горловке трех офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины. В Славянске уверены, что они готовили похищение одного из лидеров самообороны Донбасса.